Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Балуем животики». И сегодня мы с вами приготовим очень вкусные домашние куриные отбивные. Я знаю, что этот рецепт достаточно прост, но, тем не менее, многие интересуются, как правильно приготовить куриные отбивные, поэтому сегодня мы будем с вами их готовить. Возможно, кто-то готовит по-другому, но сегодня я поделюсь с вами своим способом приготовления куриных отбивных. Для приготовления нам понадобится куриное филе. У меня сегодня две штучки. Количество куриного филе зависит от того, сколько куриных отбивных вы хотите приготовить. Хотите приготовить больше, берем больше куриного филе. Также нам понадобится мука, соль, перец, растительное масло для жарки обязательно. Также нам понадобятся куриные яйца. У меня 6 штук, но они очень маленькие яйца. Если у вас яйца крупнее, будет достаточно около 5 штук на такое количество куриного филе. И также обязательно нам понадобится пищевая пленка. Куриное филе я предварительно помыла, и теперь будем его нарезать. Нарезаю я куриное филе вот таким вот образом. Убираю сначала все ненужные нам детали, жиры и пленочку. И в первую очередь я отрезаю вот это малое куриное филе. Если оно вот такое крупное, как у меня, я разделяю его на две части. Затем вот эту филешку я режу пополам. И вот так вот в поперек нарезаю филе. Обычно у меня получается около 5 кусочков с вот этого кусочка филе. Если берем с малым куриным филе, получается около 7 отбивных с одного куриного филе у меня. Теперь нарезаю второе куриное филе. Таким вот же образом отрезаю сначала малое куриное филе, разделяю на две части, убираю пленочку, жиры. И таким же образом продолжаю нарезать филе на кусочки. Теперь берем пищевую пленку. Я всегда куриное филе отбиваю при помощи пищевой пленки. Можно, конечно, это делать при помощи пакета, но гораздо удобнее именно с пищевой пленкой. Без ничего тоже не очень хороший вариант, так как будет куриное филе у нас рваться. Отрезаю пленку и теперь кладу сюда филе. Можно отбивать по 2 отбивные сразу. Вот таким вот образом накрываю и молоточком отбиваю филе. С одной стороны филе отбили, теперь переворачиваем и отбиваем с другой стороны. Отбитое куриное филе перекладываем на другую тарелочку и продолжаем отбивать филе таким же образом. Филе отбивается в пищевой пленке просто великолепно. Вот таким вот образом отбиваем всю филешку. Филе отбивается в пищевой пленке просто великолепно. Вот таким вот образом отбиваем всю филешку. Мясо я отбила, и я вот специально выкладываю филе таким образом, чтобы мне было удобно его солить и перчить. Хорошенько солим мясо. И перчим.
Вот таким вот образом можно сделать заготовку, накрыть отбитое филе пищевой пленочкой, вот так прям тарелочки, и поставить в холодильник. И пожарить можно отбивные немножечко позже. Теперь берем яйца и в отдельную посудину разбиваем все имеющиеся яички. У меня 6 некрупных яиц, но, как я говорила, количество яиц зависит от количества отбивных, которые вы готовите. Яйца необходимо посолить. Яйца солим умеренно, так как мясо мы уже предварительно посолили. И также я добавляю черный молотый перец. Хорошенько вилочкой, можно венчиком, взбиваем яйца с солью и черным молотым перцем. Яйца подготовили, мука готова и филе куриное мы отбили. Приступаем жарить отбивные. Хорошо разогреваем сковороду и отправляем на сковороду достаточное количество растительного масла. Отбивные я всегда жарю по принципу яйцо, мука, яйцо. Я знаю, что можно готовить каким-то другим способом, например, мука, яйцо, мука, либо просто мука, яйцо, либо яйцо, мука. Вариантов огромное количество. Но, тем не менее, я пробовала различные варианты приготовления отбивных. И именно такой вариант мне кажется самым вот вкусным. И отбивные получаются очень хорошие и сочные, приготовленные именно таким способом. Если готовить мука, яйцо, мука, отбивные будут гораздо суше. Вот будет мясо суховато. А таким вот образом будет очень вкусно, и отбивные будут сочные. Я обваливаю хорошенько в яйцо, затем в муку и затем обратно в яйцо. И отправляю жариться отбивную на хорошо разогретую сковороду. Таким вот образом я жарю каждую отбивную. Жарим отбивные на среднем огне до золотистого цвета. Вот когда мы видим, что отбивная подзолотилась, будем ее переворачивать. Вот как только отбивные наши подрумянились с обоих сторон, они готовы. Куриное филе готовится очень быстро. Вот такие вот красивые золотистые они у нас получаются. Продолжаем жарить отбивные по тому же принципу. Яйцо, мука и яйцо. Жарим таким же образом на среднем огне до золотистого цвета с обоих сторон. Вторая партия моих отбивных уже готова. Они у меня подзолотились с обоих сторон. Снимаем их на тарелочку. Вот и все, друзья, мои куриные отбивные уже готовы. Обязательно попробуйте приготовить именно таким способом, если вы готовите как-то иначе. Куриные отбивные приготовлены именно так, получаются сочными и очень вкусными. Обязательно попробуйте. Я желаю вам всего хорошего. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Вас ждет еще очень много вкусных и интересных рецептов. Всего хорошего. До скорых встреч!